произвольный выпуклый многоугольник, у которого нет параллельных сторон. Для каждой стороны рассмотрим самую далекую точку и соответствующую. Ну и так далее. Для каждой стороны рассматриваем самую далекую точку для этой самой далекой. Такая для этой. Ну все же. Найдите сумму величин этих кругов. Не зависит от количества. 180. Потому что треугольник. Осталось это доказать. Данный выпуклый многоугольник, никакие две стороны которого не параллельны. Для каждой его стороны рассмотрим угол, под которым она видна из наиболее удаленной от этой прямой, на которой лежит сторона, вершины. Докажите, что сумма величин всех таких углов 180 градусов. В любом положении 10, когда мы смотрим в опорные прямые, есть упирающиеся в эти прямые вершины. То есть, когда у нас есть вот эта вот самая какая-то полоса, и наш многоугольник, неважно, как он там расположен, то вот есть эти две точки. Согласны? Отлично. Будем вращать и будем все время следить за направлением вот этого вектора. Смотрите, когда вот так вот происходит, то это направление не меняется, потому что здесь чуть-чуть вращается, вращается. Вот. У нас вращение по часовой стрелке. Ну, неважно, где и какая, он не меняется, пока происходит так. В какой-то момент полоса повернется так, что на ней будет лежать одна из сторон. И вот в этот момент он скачком меняется на вот такую. Согласны? После чего опять долго не меняется. После чего скачком опять меняется. И так далее, и так далее. Значит, если я на этой картинке укажу такую последовательность скачков, то все будет замечательно. Давайте я попытаюсь это сделать. Скажем так, я, представьте себе, начинаю с этой прямой. Была полоса, и вектор, который был вот такой. Вот из этой вершины сюда. Он скачком изменился на вот такой вектор. Правда, это при движении по часовой стрелке. Почему тут картина рисована, когда двигается по часовой стрелке? Вот, он изменился, вот этот вектор повернулся сюда. После этого он долгое время не мог меняться. И в какой-то момент вот эта прямая превратится в эту. Тогда он изменится на вот такой вектор. То есть его третье положение это будет такое. Чуть понял? Я понял. Да, что? Потом, когда мы закрутим, он
привез себя, только развел. Конечно.